несколько дней затишья. Город Харьков был опять обстрелян вчера поздно вечером. И результаты этого обстрела, конечно, такие плохие. Почему? Потому что часть одного из районов города Харькова осталась без электроэнергии, и российские агрессоры попали в трансформаторную подстанцию. Мы работали вместе с нашими службами по обеспечению электроэнергии города Харькова, энергетиками практически всю ночь для того, чтобы подать электроэнергию в жилые дома харьковчан. Это нам удалось. Сегодня жилье полностью обеспечено электроэнергией. Но, к сожалению, мы видим ту тенденцию, которая происходит, что целенаправленно российские агрессоры уничтожают инфраструктуру, уничтожают трансформаторные подстанции для того, чтобы не было нормальной жизни у людей. Ну и второй обстрел, который тоже произошел вчера, это промзона, которую тоже пытались уничтожить. И могу вам сказать, что, конечно, есть последствия этого обстрела. И, знаете, постоянно эти обстрелы говорят о том, что российские агрессоры не оставляют город Харьков в покое, не дают людям нормально жить.